Образцом для подражания в сфере работы с мигрантами может стать Иркутск. Накануне в городе открылся единый центр по оказанию услуг для приезжих из других регионов России и иностранных граждан. Сейчас он работает в тестовом режиме ежедневно. По различным вопросам к специалистам обращаются до 100 человек. Плюс нового учреждения в том, что прибывающие в Иркутск граждане в одном месте смогут оформить все необходимые документы. Среди них трудовой патент и медицинский полис. Здесь же приезжим из ближнего зарубежья можно будет сдать экзамен на знание русского языка и истории нашей страны. Новый центр поможет справиться с еще одной проблемой. Все чаще при оформлении документов трудовые мигранты сталкиваются с мошенниками. Прибывал мигрант, его тут же смотрели в аэропорту либо на железнодорожном вокзале, говорили ему о том, что единственный способ, допустим, получить патент, это заплатить им, предположим, там около 5000 рублей для создания каких-либо документов, которые фактически не имели особой значимости. Рассчитывая на то, что получат легальный статус, получали поддельные справки, и впоследствии у них были довольно серьезные проблемы с законом. Создание миграционного центра подобную проблему практически устранило.